связь не очень хорошая. Елена Аршавская. Я тоже здесь, но пропадает. Ну, видно, ВКонтакте? Сегодня связь такая плохая. Интернет сегодня плохой. Елена Аршавская ВКонтакте, да. Лариса Павлова. Привет, пишет. Ну что, мы загрузились? Давай начнем первую песню, а там, глядишь, если этот не выйдет, то... Ну давай. А Махамбет у нас появился, интересно. Его что-то не видно. Махи не видно, вот и... А песню он заказывал, которую мы хотели спеть. Не будем песню. Он заказывал служить ему. И Славу Егорова я не вижу тоже. И Славы Егорова нет, да? Ладно. Да. Давай... Заказали песню, прислали денег, потому что немерено. И это самое. О, Сергей Крымов. Пускай и Сергей Крымов присылает денег, мы сейчас исполним песню, конечно. Вот. А вот, кстати, Игорь Фомин есть. Может, мы начнем с песни «Полетела звезда»? Давай. Поскольку у нас Игорь точно здесь есть. Давай так. Раз Игорь здесь, раз... Игорь Фомин, по твоей заявке, да, мы начнем с песни «Полетела звезда». Песня отправляется в Череповец. И, наверное, посвятим тем, кто сошел с нашего спутника. Катя, привет, Бубнова. Всем, кто сошел со спутника и уже находится в других мирах. И тем, кто, может быть, ушел в эти недели и пострадал от вируса, и кто-то сейчас наверняка с ними простился. И пускай прозвучит эта песня в памяти о них всех, об них. Полетела звезда точным мелом по небу, значит, кто-то из нас должен скоро уйти. Он уходит туда, где ни разу он не был. Что ж тогда, добрый путь, не сбейся с пути. Полетела звезда, полетела. Нет ей дела до всех, нет предела. То ли я, то ли ты, то ли наши мечты. Полетела звезда, полетела. Точно новую вещь проживем каждый.
задача проста. И задача проста. От креста до Христа полетела звезда. Полетела. Полетела звезда. Полетела. У нее, у звезды, там есть дело. И задача проста. Присоединился Игорь Гриконёк, как я вижу. Сергей Крымов. Ударение, как там у Пупкова? Он пишет: ударение вам разрешаю ставить на ваше усмотрение. Вам можно. Спасибо. Спасибо. Вот свобода. Свобода слова. Это нам Самара разрешает, так сказать, дает свободу слова. А это сложно. И сегодня мы вернемся еще к Самаре. Вернемся. Очень хорошо вернемся. Вот. И так, да, Игорь, спасибо, вижу. Сергей Пинчук, Святослава Маклакова смотрит. Татьяна Шашкова смотрит. Наталья Бондарец. Так, в это Фейсбуке. У нас, да, а песня «Улетел у нас череповец» давеча. Да. Игорь Фомино. Если, Игорь, были эти самые обрывки в интернете, то... Да, пишут, что звук прерывается. Если не прерывался, то вслед за этим... Сейчас как, скажите, нормализовалось что-то со звуком? Мы сделаем более качественную историю, потому что параллельно камера пишет. И камера не... Как она называется? Не веб-камера пишет, а камера ого какая пишет. Ну не ого-го. Не, ну ого-шнее, чем она это самое, не ого-шнее. Да. И вот у нас есть тоже... И Андрей Ермолов так. Сейчас есть среди зрителей. Так. И мы можем тогда спеть по его заявке следующую песню «Последний день». Ага. Хорошо. Значит, вот. Что песня «Последний день»? Она очень древняя, друзья. Это чуть ли не самая первая песня, которую я записал в студии. И она вообще пошла в альбом, который называется «Я урод». Круто, говорю. Ну что поделаешь? Игорь, чем богатые, тем и рады. Да, песня «Последний день» написана на мою первую актерскую зарплату, вот его театральный закончил, и, по-моему, 70 рублей отнес в студию звукозаписи, и мы записали 4 песни, и вот среди них была песня «Последний день». Причем она такая простенькая, я сейчас что-то зла бы такое написал бы такую. Вот, но... А кто за... Подожди, кто попросил? Последний день? Да, сейчас, подожди, нет. Андрей Ермолов. Ермолов, да. Андрей. Да, она настолько простенькая, что я бы такую никогда бы не написал в данном своем возрасте. Но она оказалась пророческой. Почему? Ну. Если бы это был последний день, если бы это был последний день, я проснулся бы рано, как было всегда. Я бы чего-нибудь съел, клевала бы еда. Я бы спустился в подвал или в лес на чердак. И на запись срубил свой зачуханный мак. Если бы это был последний день, если бы это был последний день. Стал бы тогда просто слушать, как льется по трубам вода.
черная пленка шуршала одна. А потом тихий стук, вошла бы она. Если бы это был последний день, если бы это был последний день, это был последний день. Вот такая песня. Впоследствии кто попал к нам на Чукотку. Опять прерывалось тут немного трансляция. Разгадывал. Что за вода, по каким трубам, и что за пленка и так далее. Потому живой. А я жив, он живой, видишь? Звук. Сашка, звук. Я жив, он живой. Вот. Слава вышел. А я жив, да, я живой. Давайте Инна пока Ильина. Тестово повещаем. Теперь хорошо, пишет Инна Ильина. Слава Егоров пишет, пока все окей в Facebook. Да. Ну, давай рассказывай тогда, да? Что у нас нового. Значит, что нового? Мы посидели, подумали, хватит жить как попало, будем жить как придется. То есть, решили мы возобновить одну хорошую традицию. У нас когда-то был такой фестиваль «Лампушка». Мы его делали летним, зимним. А вот сейчас подумали, а не стоит ли провести его онлайн, «Лампушку». И придумали такую штуковину. Это касается... Так, Шашков говорит, что хороший звук. Решили сделать лампушку онлайн. В чем заключается штука? И вообще, зачем нужна эта лампушка онлайн? Это касается исполнителей. В общем, я как свидетель, участник множества фестивалей, насмотрелся этого добра. И сейчас это все как-то так особенно... по клубам сводится к тому, что небольшая пьянка такая между музыкантами, собрались, чего-то спели, первые пели полчаса, вторые 20 минут, третьи 5 минут, на последних времени не хватило. Оля Заславская, еще у нас... Ольга Заславская в Барвихе «Салют» пишет. Привет, Оля. Сергей Крымов есть здесь, пишет. Ну вот. Так вот, мы решили вернуться к системе голосования, так сказать, к бабайской системе голосования. То есть крупные фестивали проходят таким образом, что организаторы начинают бегать искать денег по всякому начальству. Вот. С тем, чтобы пригласить больших-больших звезд, старых, уже, так сказать, у которых, которые из прошлого века, чтобы они сидели и журили. На гостинице, на транспорт, на то, на пятый, на десятый. И вот сидят эти ребята. Иван Чехлаевский, пока все хорошо. Так, хорошо видим. Виктор Медведев, видим хорошо. Иван, спасибо. А у нас была и существует система такая, что сами участники являются и судьями. То есть выбирают лучшие из равных. Оля Заславская, хорошо. Вот. И... В общем, когда участники конкурса сами выбирают из себя победителей. Да. Я вам вкратце сказала. Как это будет проходить? Значит, участник, это может быть один человек, это может быть два, может быть 10, может 15. То есть участник — это одно наименование. Это может быть автор, исполнитель, группа, симфонический оркестр, что угодно. Главное в формате, чтобы это был... авторский фестиваль. В составе должен быть автор. Либо автор стихов, либо музыки, либо того и другого. Записывается онлайн. Не онлайн, господи, одним кадром. Записывается. Вы можете записать на телефон или на видеокамеру, на фотоаппарат, что у вас есть. Видеоролик с исполнением вашей песни, которую вы хотите на конкурс поставить. И выслать ее нам. И мы будем транслировать все ваши ролики, и участники будут выбирать из них лучшие.
Нормально? Я думаю, что я понятно объяснила. Вот, потом мы еще эти правила все... Но мы правила все эти вывесим. Вывесим, а сейчас не будем время делать. Вы сможете все изучить и почитать. Да. Так что, кто музыканты, готовьтесь. Или поэты, кто выступает, как-то поет. Готовьтесь участвовать в нашем конкурсе. А мы продолжим наш... Вот пока хорошо тут слышно, пока, все. Да, пока все. Слава Егоров там появился. Можно его заявку исполнить? Да. Он заявлял нам песню «Новый день», просил исполнить. Как хорошо рано утром, когда день швырял еще транспорт на улице, дрыхнут деревни и спят города. Весело смотрит вселенная в улице. Кто это кто? Да никто, это я. Я в новых кельтах бегу, разминаюсь. Где ты, любимая, спишь, не моя? Можешь не спишь уже, а просыпаешься. Новый день, мой подарок, мой новый день. Может быть, дураком умру. Тем не менее, новый день, и метет метель. Сколько дней, сколько было в судьбе твоей. Каждый новый чуть-чуть добрее. Чуть мудрее, но чуть быстрее. Эй-эй-эй. Поздно ночью горят города волны своим многоцветием. Падает снег за отрядом отряд. Вот оно третье тысячелетие. Кто это кто? Да никто, это я. Я первым снегом бегу, краюся. Где ты, любимая, спишь, не моя? Может, не спишь уже, а повторяешься. Новый день, мой подарок, мой новый день. Может быть, дураком умру. Тем не менее, новый день, и метет метель. Сколько дней, сколько было в судьбе твоей. Каждый новый чуть-чуть добрее. Чуть мудрее, но чуть быстрее. Эй-эй-эй. На бумагу строка падает ночью, шнуры подключаются, льется мелодия, точно река. И барабанщик, похоже, врубается. Кто это кто? Да никто, это мы. Мы на волне, я шучу, пробиваюсь я. Где ты, любимая, спишь, не моя? Можешь, не спишь, а всю ночь тоже маешься. Новый день, мой подарок, мой новый день. Может быть, богачом помру. Тем не менее, новый день, и цветет синий. Сколько дней, сколько было в судьбе твоей. Каждый новый чуть-чуть добрей. Чуть мудрее, но чуть быстрее. Эй-эй-эй. Спасибо, слышу бурные аплодисменты. Так, Серега Крымов тут. Это мы. Аплодируем. Егор.
Макаров здесь. Спасибо. Слава пишет, что звук отличный. Спасибо, исполнение супер. Ну, друзья, это благодаря вам. Потому что на самом деле мы сейчас провели, интернета нет вообще, там эти шкалы показывают такую ерунду, что это невозможно вещать. Но мы вещаем. И это, я думаю, что вот, благодаря тому, что у вас такой поток приема. Ну, тогда у вас будет подача. Спасибо, браво, Игорь Фомин. Да. Аплодируем. А Сергей Крымов с Аленей привет через нас передает. Только с Аленой, больше ни с кем, но там должно быть много всяких передавальщиков приветом. Вот. Вы поняли, да, что мы объявили фестиваль. И условия фестиваля «Лампушка» будут сброшены везде. Так, и на... Ильина, да, все, она тоже с нами каких-то штучек накидала красивых. Вот, фестиваль «Лампушка 2020» состоится в ентом году онлайн. Вот, готовьте свои вещи, свои произведения. Условия фестиваля будут везде. Будут у меня на страничке, будут у нашего всего, у нашей Елены Пинчук, у оператора, директора и бухгалтера, и много чего еще. Меня, короче. Да, у ней. Но и вся информация у Михаила. И во всех комментариях мы скинем эти ссылки на то, как будет проходить замечательный фестиваль. Самый справедливый фестиваль на всей территории планеты Земля. А фестиваль будет международный. Международный, поэтому да. Из любой страны вы можете поучаствовать. Да. Все, об этом всем мы напишем. Сидите вы у себя там на ранчо, вот, или там... налили себе там это самое горилки. Вот. О, давай по этому поводу. Махамбета вот не видно что-то. Он нам заказывал кучу песен. Да? А сам где-то скрывается. Но я предлагаю спеть, раз Инна Ильина тут появилась, то по ее заказу песню «Унесе Галя воду». Добрый. Она ее заказывает уже несколько раз подряд, а мы никак не споем. А мы никак не споем, потому что, ну как бы в этой программе я пою свои собственные песни. Вот на заказ. А Ильина говорит, спой вот эту самую. Она думает, не что вот песню «Несе Галя воду» написал я. Я ей как-то об этом сказал, она и поверила. Вот. Но если думаю, что если вы нас слышите, я думаю, что ничего худого не будет, если один раз я спою песню не совсем свою. Продолжу. А, кстати говоря, по-моему, в Википедии эту песню посчитали оппозиционной. Да, она есть оппозиционная песня. Да, потому что мы ее пели на марше мира в каком-то году, не помню. Ходили, помнишь, возле Казанского собора? Есть видео, такая запись. Да, и нас там хотели арестовать за эту песню. И она вошла в Википедию как песня оппозиционная. Ну, конечно, там на самом деле песня о женском коварстве. Вот. Некоторые поют без смысла. Я ее пою со смыслом. Песня о женском... О, Виктор Новицкий. Виктор Новицкий. Италия. Италия с нами. Держись, Италия. Итак... Самая итальянская украинская песня с русским акцентом. О женском коварстве. Будьте как в Италии слышно, напишите, Виктор. Можете подпевать. Несе Галя воду, кором и слоне тяг. Азаний Іванко, як в армії накриється. Азаний Іванко, як в армії накриється. Идея. Но у него, конечно, идея возникает. Иванка-то. Надо подъехать. Хорошо. Идея такая, значит. Галюша моя, Галю, дай воды напиться. Ты ж така хороша, дай хоть поливиться. Ай, ты така хороша, дай. Хоч подивіться. Ла-л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 а
она ему отвечает. Типа, вот я уставочку придет одна пися. Я буду в садочку, приди, подивися. Типа, я буду в саду, приди, посмотри. Я буду в садочку, приди, подивися. Начинается завязка. Пришел в садочок, Зозуля кувала. Ку-ку, 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 ку-ку. А чтоб ты сдохла, а ты ж мне горю, дай не шанувала. А ты ж мне горю, дай не шанувала. Пошли. Типа такие. Стелишься в орбитку, буду поливати. Вернешься, Іванку, буду шанувати. Типа вернешься, буду тебя ждать. Вернешься, Іванку, буду шанувати. Возвращался, сколько не унижался, сколько не ползал за ней, короче, она его, так сказать, кидала. Сколько не вертался, ты не шиновала. Спасибо, друзья. Самая оппозиционная песня Петербурга «Достигали воду». Нет, там есть еще песня, еще некто «Хеллоу». Ну, сегодня мы ее не поем. Так, сообщайте, как у нас идет интернет, видно ли, слышно ли. Да, телеграфируйте нам и интернетируйте. Это была заявочка Инны Ильиной. Да. Вот. Что там дальше у нас по ходу? Татьяна Шашкова. Что она хочет? Она очень хотела песню «Весна». Потому что сейчас ведь весна. А, весна. Сейчас хоть мы и сидим тут по домам. Песня «Весна» — это из альбома «Полетела звезда», кстати говоря. Вот я возьму подсказулечку себе, подложу, так буду. Одним планом буду подглядывать. Весна! Что давненько не исполнял. Фейсбук окей, Сергей Пинчук пишет. А ему можно... Thank you! Дякую, хлопчику. Спасибо, Сережа. Да. Хорошо, когда есть обратная связь. Это из Мариуполя такой-то? Да. Окей. Щиро дякую, во. Если правильно.
Ольга Заславская. У меня пять знакомых Гали. Если все понесут воду, потоп обеспечим. Смотря где. Кое-где не мешало бы устроить. Нет, Оля, главное, чтоб не баба с пустым ведром. Да. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. И ты печальная сидела. А нынче погляди в окно, да ты гляди, гляди в окно. Да ты гляди в окно. Весна, весна, и теперь мы все будем влюбляться. Весна, весна, хватит драться, кусаться, щипаться. Как много красивых женщин, откуда их так много? Это весна. Я друзей позову на подмогу. Ребята, весна, весна. Мы ждали так долго, и вот оно, вот к нам с юга косяк возвращается. И снег под собором позорно гниет, и кот соловьем заливается. Потому что весна, весна, и теперь мы все будем влюбляться. Весна, весна, хватит драться, кусаться, щипаться. Как много красивых женщин, откуда их так много? Это весна. Я друзей позову на подмогу. Ребята, весна, весна. Красивых женщин, откуда их так много? Это весна. Где ж ты бродишь, моя недотрога? Послушай, весна, весна. Ребята, весна. Девчонки, весна. Братишки, весна. Мальчишки, весна. Бабульки, весна. Дедульки, весна. Весна. Ура! Как там звук, друзья? Мне сейчас больше всего волнует. Святослава Маклакова написала, что стало лучше, но видно после первой трансляции. Да. Ольга Заславская. Я полгода не была в городе. Катастрофа. Еле дышу. Слушай, у нас камера это пишет, которая запасная? Конечно. Ну ладно, хорошо. Да. Может, мы выключали, пока тестировали. Не, все включено. Все нормально, запись будет, можете посмотреть.
Татьяна Шашкова. Вот такое спасибо еще написала. Конечно, большое. Вот ради этого стоило это. Таня, тебе спасибо за то, что ты заказала нам такую песню. Да. Иначе бы и за поддержки, за перепосты. Я хочу, кстати, сказать большое спасибо за перепосты тем, кто перепощивал наши анонсы. Владимир Чичинов, Марат Каримов, Святислава Маклакова, Сергей Крымов, Инна Ильина, Анна Шушпанова, Андрей Ермолов, Виктор Медведев, Светлана Васильева, Елена Прудникова, Татьяна Шашкова, Михаил Кузьмин, Игорь Конек, Ольга Заславская. Вы все, друзья, нам очень помогаете своими постами, перепостами, не только материально, но и морально. И это очень важно, мы очень чувствуем вашу поддержку. Очень чувствуем поддержку. Потому что на самом деле, нет, ну, то, что происходит на центральных каналах, это как бы критике не поддается. Вчера Лена говорит, вот мы ждали выхода Гиндлера в интернет. Ну, друга нашего из штата Нью-Джерси. Но его не было, но не важно. Зато Лена посмотрела интернет. Я посмотрела программу «Известия», друзья. Первый раз за несколько лет. Я теперь понимаю, кто такие ватники. Да, это что-то жуткое, да. Они час, ну полчаса рассказывали, как у нас все хорошо, и показывали 5 грузовиков с рекламой Росбанк. Банк России, да. Который какую-то фигню, типа больницам. Купил. Вопрос, где купил? Помощь, да. Оборудование. Где купил это оборудование? Где оно хранилось до сих пор? Почему оно хранилось, возникает? И прежде чем его типа в больнице поставить, эти 5 грузовиков ездили по фотосессию. Да, фотосессию. Они сделали красивые баны, нарисовали. Я думаю, что там в этих грузовиках ни черта не было. Потому что откуда они взяли это оборудование и вообще что там было? Они просто пустые ездили по городу, я так считаю. Вот, потому что не показали, что они привезли. И понтовались то по стрелке Васильевского города, острова. Мимо Исааки. И так, мимо и сяк. Смольного. У Смольного там митинг, казалось бы. Ну, вы привезли оборудование, давайте в больнице его. Нет, они понтовались. В общем, попонтовались. Потом они полчаса рассказывали, как в Америке все плохо. Вот. Так, и поэтому то, что вы делаете перепосты, нам очень важно, потому что мы с вами делаем как бы такое альтернативное, но настоящее телевидение. Кстати, насчет Игоря Гиндлера, я думаю, что можно поздравить его с прошедшим днем рождения. Днем рождения. У него 15 апреля был день рождения. Мы его поздравляли, конечно, в Фейсбуке. Ну и в прямом эфире тоже вдруг они нас смотрят, да. Видят. Поскольку мы видим только тех, кто написал комментарии. Пишите комментарии, если видите нас, слышите. И пока звук хороший, мы переходим к следующей заявке. Да, давайте перейдем к следующей заявке. Вот Махамбета Аулетова я, кстати, так и не вижу. Но посмотрит в записи, тем более эту песню «Служитель Муз». Заказывал также у нас Андрей Ермолов в прошлый раз. А он здесь сейчас? А он есть. Отлично. Так что, Андрей, передай Махамбету привет. Скажи, что вашу песню слушали. Тоже песня древняя, еще древнее, чем... Нет, они не древнее, чем это самое, чем последний день. Ну, тогда я был очень мудрый весь. Германия тоже смотрит. Das ist sehr gut, Deutschland. Mir liebe sehr, нет, wir. Служение муз не терпит суеты, как и не терпит той блаженной лени, что постепенно ставит на колени твои надежды, мысли и мечты. Эх ты, служитель муз, ты думал туз, но ты за груз, служитель муз. Служитель муз, эх ты! Служение муз не терпит брачных уз, когда нога привязана за ногу, рука к руке, клюк к порогу, когда висит на шее ценный груз, новый груз.
ценный, и серебра, и золота, из алмазов всяких висит на шее. Как странно то, что затеваешь ты подобие любви создать из жажды. Но этим занят ванной школьник каждый. Служение мусором не терпит суеты. Эх ты! Пошел в ванную, пил эту чистую воду, и никогда не станешь старше. Как странно то, что затеваем мы. Я видел, как невинно убиенный вчерашний день, вот хоть день был не военный, уплыл дерьмом кровавым за холмы. Эх мы, слушатели муз, один за груз, другой за груз, купил арбуз и думал туз. Но он за груз, совсем за груз. Песня. Спасибо за то, что вы, друзья, ее свалили. They're good, написал Виктор Медведев. Danke schön! Можете Корсара песню Высоцкого. Алекс Высоцкий. Ну, может, в следующий раз. Может, в следующий раз, да. Уже мы тут запланировали сегодня. Да, мы сейчас попробуем, насколько силу хватит у вас и у нас. Потому что очень важно, лучше не доесть, чем переспать, да? Вот. Может быть. Сейчас посмотрим, справимся ли мы с обязательной программой. Тем больше у нас к обязательной программе, то есть еще не обязательной программы. Я сейчас всю программу, Германия смотрит, да, супер. Хотел сказать данки. Спасибо, Череповец. Хотел сказать, что мы объявляем потихоньку после каждой песни о фестивале «Лампушка 2020». Об самом справедливом фестивале. И... Пожалуй, там между песнями, может, я спою про несправедливый фестиваль. Да, можно. Вот Игорь Гусеев, еще один фанат с Германии с вами. Город Римаген на Рейне. Угу. Всем привет. Привет, привет. Hello. Очень рады. Игорь Гусев. Гусеев. Гусеев. Тогда песня, шуточная песня. Если... Да, вот в нашем фестивале... Участники, конкурсанты, все выбирают, сами являются судьями и выбирают из себя тех, кто более всех достоин. Лучше. Это еще очень важно, почему? Потому что, понимаете, член жюри, которому, например, сегодня лет 70-80, например, ничего плохого о нем сказать не хотим, но, тем не менее, все-таки он немножко отстал от... вкуса сегодняшней песни. Песня развивается, стих развивается. И... зашкварный он уже. И, в общем-то, судить художника должны сами художники, художники сегодняшнего дня. Вот. А те профессиональные, такая профессиональная номенклатура, которые уже ни черта не делают, а ездят с фестиваля на фестиваль, которых надо только кормить, ублажать, одевать, возить и так далее, ну, она будет, наверное, лишняя. На нашем фестивале на «Лампушке 2020». 2020. 2020, да. «Лампушка 2020». Фестиваль счастливый, онлайн. А вот как бывает на обычных фестивалях. Ну что ты там? А? Ну что ты там? Что, ну что там? Ну что ты там? Начинается. Ты забыл, как начать? Да. Ну что ты там, не говори. А. Ну что ты там, не говори, тебе не спослано жюри. Давай волнуйся, трепещи, рукой дрожащую ищи. Аккорд такой, аккорд сякой,
Ну все, удачи, дорогой. Надули щеки пузыри, высокопарные хмыри. Давно не пишут, не творят, зато журят, журят, журят. Пьют на халяву и едят. Ну вот он, журик номер раз. По всем приметам педагог. Найти б я лучше рифму смог. Ну типа, солнце светит в глаз. Сам написать ничего не смог. Зато сидит и журит вас. А вот он, журик номер два. Ой, болит с похмелья голова. Ждет с нетерпением гонорар, чтоб задушить души пожар. А ты так громко здесь поешь. И нет, ты точно не пройдешь. Надули щеки пузыри, высокопарные хмыри. Давно не пишут, не творят, зато журят, журят, журят. Пьют на халяву и едят. А вот журиха номер три. По всей стране спешит жюри. Она везде, она всегда. Ее все знают города. У ней широкая езда. И потому она звезда. А вот журенок прибежал. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Он год назад, как ты дрожал. Теперь он грозен и велик. Богоподобен его лик. Он что-то главному шепнул. Он на тебя едва взглянул. Он посмотрел, как на блоху. Поскольку он сейчас наверху. Надули щеки пузыри эти барыги да хмыри. Давно не пишут, не творят. О, зато журят, журят, журят. Пьют на халяву и едят. Спасибо. Вот у нас такого жюри на нашем онлайн-фестивале «Лампушка-2020» не будет. Не будет. Я думаю, что мы его разовьем и вернем в прежние форматы. Но вот сейчас как бы он получается формат онлайн. Вы записываете свою песню от начала до конца на то, на что у вас есть. На телефон, значит, на телефон. На камеру, значит, на камеру. То есть единственное, то, что не присылайте нам монтированных клипов. Понятно, да? Клип – это отдельная история. Так, живем, чтобы вся дуть была видна. От начала песни до конца. Вот. И присылайте нам, и вы сами будете жюри вашего фестиваля. Будет 5 человек, значит, будет 5 мест. Будет 500 человек, значит, из 500 человек жюри сам фестиваль для вас уже будет выигрыш. В том смысле, что вас посмотрят другие исполнители. Да, мы будем транслировать это на весь мир. Но это мы уже опишем... В условиях. Хорошо? Да. Почитайте пост, который мы повесим после. Четко. Спасибо. Спасибо. Сергей Крымов. Ну, если кого, может быть, наша веселая песня задела, ну что поделаешь, на самом деле, много раз видел, как мои же ровесники, мало того, всякий мелкий горох, который бегал там по кустам, там, на том, на другом фестивале его еще звали никак, и он еще был никто. Сегодня уже сидит с надутой щекой, уже что-то судит. Еще черта не сделавши на этом свете, а уже там типа такой, уже давайте его кормить и возите. Вот. Номенклатура, она везде номенклатура, ребята. И в барде, и в роке, и в попсе. Она... Иван Чехлаевский, а ты еще смотришь, тут с нами находишься? Напиши нам, как видно, слышно.
Я видела, что Иван Чехлаевский был у нас. Но в первом варианте, да? Да, и он заказывал у нас песню. Угу. Про Петроградскую сторону. Поехали дальше. Если его сейчас пока нет, то мы что-нибудь другое споем. Ну, что-то другое. Марат Каримов не видела. Марат, напиши, есть ты или нет. Оля пишет что-то. Ольга Заславского, Корюшка сейчас супер, спрашивает. Ой, наверное. Судя по тому, как народ выставляет ее, я не научился ловить. А... Вот, Иван Чехлаевский отозвался. Да, все хорошо? Все хорошо, да. Значит, сейчас мы исполняем заказ Ивана Чехлаевского, Петроградская сторона. А дай мне водички попить. Пожалуйста. Петроградская сторона. Иван Чехлаевский с нами, поэтому... Я вот так теперь. Прям так с горла. I'm sorry. Культура поведения в кадре. Ну, ладно. Я его не сразу заметила. Итак. Да, это песня, посвященная Петроградской стороне. Каждый клен здесь здоров. Каждый клен здесь знаком и толком. Он повеснел, звенит осколком. Он бы мог рассказать нам толком. А пока вот так. Петроградская сторона. Нет, другие ничем не хуже. Просто этой я больше нужен. Братом, сыном, отцом и мужем. И она у меня одна. Петроградская сторона обнимает Нева, качает. Учит ли или изучает. И порой воды не чает. Так бывает, душа полна. Петроградская сторона, Петроградская сторона, Петроградская, сторона. Петроградская сторона тормозит светофор, безбожник, и тревоги твоей заложник. В каждом доме не спит художник, в каждом камне хрипит война. Петроградская сторона, чувство полное многоточий, потрудился во славу зодчий, мысли Шварца из белой ночи. Тени Цоя на Блохина. Петроградская сторона, сторона. Петроградская сторона. Зоркий, с грустью смотрит на новостройки, то смеется, то плачет горько, вспоминая все имена. Петроградская сторона, устоявший в лихие годы, сад Петрова напомнит, кто ты
И высокой звонкой нотой все зеленые пьет Лаура. Петроградская сторона, сторона. Петроградская сторона. Петроградская. Иван пишет: спасибо, очень здорово. Ольга Заславская написала: связь жуть. Тут был момент, когда прервалась это. Может быть, сейчас восстановилась уже и нормально. Да, ребят, подсказывайте, пожалуйста, как сейчас. Потому что действительно время от Петроградской стороны был обрыв. Зубой был небольшой. Но, опять же, мы трансляцию выложим в записи. Вот. Потому что камера пишет параллельно нашему. И там в этой камере звук еще, может быть, соловей. Ну да. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Ну чего? Что у нас там дальше по программе? Так, по программе у нас... У нас вся программа сегодня... Мы спели Петроградскую сторону. Да, вычеркивай. Елена Пинчук, директор наш, все вычеркивает. Да. Отвечает. Ну вот у нас... А вы пока думаете... Махамбет заказывал, когда мы напьемся, но я его так и не вижу. Можно, тогда... конечно, для него спеть, он в записи посмотрит это. А давай пропустим. Ну тогда мою заявку, ненаточенные ножи. Значит, песня про ненаточенные ножи. Это заявка исключительно Елены Пинчук, потому что ей нравится штуковина. Давайте вас немножко ознакомлю, друзья, с тем, как эта песня появилась. Наверное, это мы сейчас живем в преддверии 9 мая, который отменили. Вот. Почему-то, да, вот мы празднуем разные какие-то войны. Одни празднуют какую-то Великую Отечественную, другие какую-то Вторую мировую. У одних окончание этой войны 8-го. С 8 на 9 мая, у других 2 сентября. 2 сентября, кстати, случится... Дума приняла другое решение какое-то. 3 сентября празднуют. Вот. Нет, это было бы справедливо, на самом деле. Это было... Вот, ну ладно. Я сейчас уже забрел какие-то дебри, но на самом деле я когда-то смотрел, когда был маленький. Я когда-то был маленький, понимаете? Вы не поверите, я был когда-то маленький, но умный уже. Вот. И я посмотрел фильм, который назывался... Да, не наточенные ножи, сейчас будет, с 5-й песенка. Но с маленьким нюансом, даже с большим нюансищем. Я посмотрел фильм, который называется «Ижорский батальон». В этом ижорском батальоне один раздолбай, юноша, по-моему, в 10 классе, переписывается с запиской своей девушкой, ну, одноклассницей, и пишет там. Раньше ведь как? Гуляли за ручку, гуляли, и не так просто, давай, того. Понимаете? Просто гуляли, это уже было очень много чего. Вот. Так вот, он предложил ей, типа, покататься на велосипедах. Она пишет в ответ: если я поеду с тобой кататься на велосипеде в воскресенье, если ты напишешь если ты поедешь, ну понятно, да, естественно, с Японией, как же, Вторая мировая с Японией, на Японии закончилась, а началась в 1939 году, вот, с Польши, насколько понимаю. Вот, так вот, и он, они поехали кататься на велосипеде, а, он полез на трубу,
которую она заказала ему. Напиши, говорит, на заводской трубе мое имя. И вот пока следующий кадр идет фильма. Он лезет, значит, по трубе. Посмотрите этот фильм, кстати. Ижорский батальон называется. Он лезет по трубе, там такая труба, там шатаются эти, ну, при царе горохи построены, понимаете? Они все шатаются эти, он может свалиться. И он, значит, залезает, значит, макает, значит, у него там баночка привязана сбоку. И он пишет ее имя. Вот он уходит на войну, и дальше вот такая история. Вот. И всю жизнь она смотрит на эту трубу, а на трубе ее имя. А тут вдруг я, значит, встречаю у потом, со временем, у нашего замечательного, я бы сказал, критика, он юморист этот, господи, Олег Митяев, да. Посмотрим. Олег Митяев, значит, пишет песню «Неоточь ножи», где мужик там, типа того, что приходит к женщине и стенает там целую песню, а стенаешь, вот не наточен ножи. Ну, как я так привык, так что пришел к женщине, не наточен ножи, наточи, там упала полка, прибей, пока она тебе там готовит яичницу, там что-то готовит, там, не знаю, капает вода. Ну, затяни кран, прокладку поменяй, ну, ты же носитель пениса, не только, да, ты же еще и мужчина при этом. Вот. И вот он стебется над таким героем, Олег Митяев, стебется, вот стеб такой. Песню написал про неоточенные ножи и про другого, который лето — это маленькая жизнь. Он ходит по бомжам, там, по пивным, вот, пока его девушка там отдыхает на юге, а потом он возвращается. Вот, давайте представим такого героя, у которого там девушка уехала на юг, а он наконец там в селе, а у него маленькая жизнь. Вот, ни о чем думать не надо, он ходит в он уже, лето. И тут осень. Осень наступает. Ему холодный, щетинный оброс. Давно не мылся такой, какой-то посадки ночевал. А тут только вспомнил, блин, надо подумать о зимней спячке. Надо где-то пристроиться. И вот он идет. Вспомнил, что у него есть такая любимая. Вот такая юмористическая песня. Я из трех песен сделал одну, чтобы много времени тратить. Вот он идет, этот герой. Я надеюсь, меня слышно. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-шлеп-у-ю. Топ-топ. Ходит гость к моей соседке. Для него там стол накрыт. Очень хорошо. Осетринка да креветки, в рюмочке коньяк дрожит. Вот он и пришел. Здрасте. Вроде чин по чину приняли мужчину. Даже скатерть на крахмале нашуршит. В доме не пылинки, рюмки точно льдинки. Один из ян, неточенный ножи. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Ням-ням-ням. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. О, хорошо пошла. Буль-буль, хорошо прошла. Вот хорошо пошла. Буль-буль. Говорит, что разведенный. Только это чепуха, ладно, все равно. Министерство обороны не вернет ей жениха. Вот и все кино. Тот не то, что каждый, в честь ее однажды на трубу на высоченную залез. На трубе красиво вывел ее имя, выше крыши поднял, выше небес.
всем с приветом. Так походит до весны летом. Пропадет и с дырявым все пакетом, по бомжам да по пивным. Так вот каждый год. И найдет он повод, ключ в мусоропровод. Дескать, лето — это маленькая жизнь. Мастера зовите и замок смените. Пусть он вам наточит, кстати, ножи. Бжик-бжик-бжик-бжик-бжик. Это уже мастер. Бжик-бжик. Бжик-бжик-бжик. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. О, хорошо пошла опять. Хорошо пошла. Бульк-бульк. Бульк-бульк. Осень в крепдыши на платье, клёны будто бы в крови. Знать ему бобо. На заплёванном асфальте он напишет о любви. С добрым утром, любимая! На трубе слабо. Сердце так стучится, хоть петух не птица, но для женщины сгодится, был бы жив. Ключ получит новый, живы все здоровы. Может, в этот раз наточит он ножи. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Ням-ням-ням. Буль-буль-буль, буль-буль-буль. О, хорошо пошло, ну хорошо пошло. Буль-буль. Буль-буль. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык. Тык-тык-тык. Хар-хар-хар-хар-хар-хар. Хар-хар. Хар-хар. Спасибо за исполнение моей заявки. Конечно. А это еще не нормальная песня? Это очень нормальная песня. Мне нравится его песня. Ну, везде. Итак. Твоя интерпретация, Миша, песня супер. Спасибо. Святослава Маклакова. Хорошо получилось, пишет. Не, ну правильно, что-то я не знаю, как это там. Нет, петух для женщины не сгодится, пишет Ольга Заславская. Ну это все вопросы к коллегу Митяеву. Это он так раскритиковал. Друзья, делайте перепосты нашего прямого эфира. Нам это тоже помогает. Да. Я вот сейчас взяла и все поперепостила на свою страничку. Виктор Медведев. Отлично пошла. Хорошо пошла. Ну что, мы ближимся к финалу. Ну, у меня остались песни Махамбета Улитова и Марата Каримова. Ну, я их не вижу, честно говоря, здесь в чатике. Напишите, ребята, если вы есть, Марат Каримов и Махамбет Аулетов. Я думаю, что сейчас мы, знаешь, что сделаем? Сейчас мы... Я же не считал стихов никаких. Может, мы поздравим Славу Павленко? Может, а он есть? Нет, я не вижу, честно говоря. Ну, иногда... Света Соколова, смотришь ли ты наш эфир сейчас? Света часто смотрит наши эфиры, я знаю. Ну, к сожалению, если не написан комментарий, я не могу увидеть. Я еще раз сделаю объявление о том, что мы открыли фестиваль «Лампушка-2020». Фестиваль авторской песни, в буквальном смысле этого слова. Самый справедливый фестиваль, где исполнители являются тут же и судьями конкурса. Тот же судьями конкурса. И из равных выбираю лучших. И это будет действительно объективно. И это будет способ. Выбирать буду не я, не Михаил. Да. И... А будут выбирать все конкурсанты вместе. Да. Они все своим общим мнением, как в стране советов.
лучше, на самом деле. Еще раз объясняю, то есть как бы как это получается технически. Значит, каждый номинант, сколько бы там их ни было, прослушав все клипы, ну, фотографируется с таким вот листочком, и на листочке пишет первое место, второе, третье, четвертое, пятое. Там первый Вася, там второе группа. Самарские дрозды. Да, самарские дрозды. Третье. Питерские соловьи. И да. Четвертое. Московские забияки. Да. И пятое. Группа Вжик-Вжик, например. Вот. И каждый, да, вот высказывает свое мнение. И таким образом он первому дает 5 баллов, второму дает 4, третьему 3. И, соответственно, четвертому 2 и пятому 1 балл. И таким образом все суммируется, суммируется, суммируется. И в конце концов мы получаем первое, второе, третье место из тех, кто наберет больше всех баллов от своих же коллег, от своих же конкурентов, скажем так. Вот. Я не знаю, что там про кладбище. Это пошутили. Нет, ну, на самом деле у нас есть песня «Хороша жизнь после смерти». А, да, есть такая. Ну, может, мы в следующий раз споем. Но сейчас, на самом деле, может быть, и... Спасибо, Владимир. Да, ну, хорошая инициатива принимать участие. И на самом деле это для очень хороший шанс для людей, которые только-только выходят. И у них нет больших знакомств. И нет, и они никому еще из жюри там ничем не обязаны. Ну и не только для тех, которые молодые. Да, не обязательно. На самом деле сейчас многие фестивали отменились, и в Америке отменились многие фестивали, и в Европе, и у нас в России тоже отменилось много фестивалей. И можно поучаствовать вот в таком онлайн-фестивале, выставить свой любимый номер. Договорились? На фестивале. Вот. Ну что ж, я думаю, что надо заканчивать нашу программу. Вы готовьтесь. Я бы хотела все-таки Славу Павленко поздравить с днем рождения. У него именно сегодня день рождения. И они, наверное, со Светой там празднуют. А мы... Я помню, помните, вы пели песню про вжик в сердце мужчины, который встречает женщину из своего прошлого. Это очень замечательно. Не помещается тут. Это очень замечательная песня. Может, не сегодня, но обязательно еще в ближайшее будущее споете ее, Данке. Это Игорь Гусеев просит. Знаете что, мы сейчас, наверное, и споем. Только чего? Только поздравим сначала... Славу Павленко с днем рождения. Да. Со Славой Павленко мы познакомились благодаря фестивалю в Пуэрто-Рико. Да, Пуэрто-Рико на острове Вьекас. Да. И я посвятил этому острову песню. Гимн. Вот. Гимн, который был приведен на английский, на испанский языки. А песню про вжик по сердцу. Вот. Мы поздравляем, ну, что Славы там и яхта своя, и Света своя. И Света своя. И я надеюсь, они там хорошо празднуют сейчас со Светой. И мы поздравляем. И послушают и желаем хотя бы в записи нашу всем песню. Всем подкилим, потому что там глубокие места есть между Вьекасом и главным островом. Друзья, кто там еще в Фейсбуке с Вьекаса, тоже нам присылайте. Километровая глубина там. Подпевайте. Они... Я сам с ними катался на такой. Вот, ну ладно. Ничего не поделать, дом, работа весь год. Ничего не поделать, жизнь берет в оборот. И грохочет проспекты, и висят этажи. Так давай соберемся, так давай убежим. И вот мы на Вьекасе, волшебный свет один искрится. А мы на Вьекасе, ах, эти губы и ресницы. А мы на Вьекасе, мы на песчаной на косе, друг другу братья и сестриц навеки все. Поутру нас разбудит не будильник, а шок, а поднимет нас Петя золотой гребешок. И резвимся, как дети, очень взрослые мы, и укроемся в лете от холодной зимы. И вот мы на Вьекасе, волшебный свет по
карамель искрится, а мы на Вегасе. Ах, эти губы и ресницы, а мы на Вегасе. Мы на песчаной на косе, друг другу братья и сестрицы, навеки все. Я нашел две подковы на морском берегу. Я надеюсь, что снова к вам вернуться смогу. В этот сказочный остров, в это чудо чудес. Стихи в эти пальмы и просто песни толстые стихи. Где мы на Вегасе, волшебный свет в воде искрится. Где мы на Вегасе, ах, эти губы и ресницы. Где мы на Вегасе, мы на взлетной полосе, друг другу братья и сестрицы, навеки всем. Не только братья и сестрицы, навек, но все. Поздравляю Славу, наши друзья тоже с днем рождения. И надеемся, что он это услышит, по крайней мере, да, как обычно. Кися тоже поздравляет. Так, нарисовалась Маргарита. И я думаю, что сегодня мы закончим эфир песни, которую вот так вдруг Игорь Гусеев попросил. Игорь Гусеев попросил. Сделаем как раз сейчас как-то так. У меня сейчас на слуху, и я думаю, что будет неплохо ее исполнить. По доброй дороге ты едешь вперед, и солнце садится, и ночь настает, и разные мысли в твоей голове клубятся, что это туман на траве. И вроде с тобой все нормально, здоровый и сильный мужик, да что-то вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик, она не с тобой, она не твоя. Как будто жизнь прошла напрасно, она по-своему несчастна, она не с тобой. Вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик. А версты мелькают, как будто года. И стало немного седой борода. И без тот, который обычно в ребро кольнул чуть поглубже, поглубже, и смотрит хитро. И вроде с тобой все нормально, здоровый и сильный мужик, но что-то вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик, она не с тобой, она не твоя. Как будто жизнь прошла напрасно, она по-своему несчастна, она не с тобой. Вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик. Обычное дело, опять дальнобой. Еще две машины идут за тобой. А в общем нормально, идет как идет. И взрослые дети, и полный вперед. И дом точно крепость, и в доме жена. Она ждет, конечно, конечно, верна. Но может быть парень ее юных дней сейчас точно так же, вот так же подумал о ней. Что вроде бы с ним все нормально, что вроде бы все хорошо, да только вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик по сердцу, вжик, он ее не нашел.
жизнь прошла напрасно, благополучно, да несчастно, она не с тобой. Вжить по сердцу, вжить по сердцу, вжить. Вжить по сердцу, вжить по сердцу, вжить. Спасибо за спасибо, Игорь. Ну что, друзья, время в Петербурге уже позднее. Да, Марго сидит. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за то, что вы делали перепосты нашего анонса. Еще раз. А что еще нам на новенького? На новенького? Сергею Крымову надо на новенького. На новенького... Сергей, аж две песни. Да. У нас аж две песни, но они не отрепетированы, но веселые песни. Вот, Сережа Пинчук пишет, что Facebook подвисает. Ну, пора, значит, ну, пора, значит, честь знать, да. Пора честь знать. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за ваши заявки. Смотрите объявление, которое мы после эфира выложим насчет фестиваля «Лампушка онлайн» международного нашего. Читайте правила, участвуйте. Помогайте каналу нашему, кто чем может, да. Перепостами, денежками, кому как удобно. Да. Чем можете, тем поможите. И пишите новые заявки для нового эфира. Кому какие песни хочется еще послушать, пожалуйста, пишите. Мне иногда самому приятно вспомнить песни, которые там не исполнял 10-15 лет. Любопытно, что вы их знаете и помните. Заявляете. Я, конечно, могу составить большие списки песен, но я думаю, приятнее будет, если мы по вашим заявкам будем, да, делать. Очень важно знать, какие песни остались в ваших душах, в вашей памяти, ассоциируются с какими-то вашими наверняка воспоминаниями, с какими-то концертами, с какими-то походами, с какими-то фестивалями. Много чего память выбрасывает, а что-то остается. Приятно, когда из того, что остается, еще и остаются какие-то песни. И, значит, время как-то не ушло даром. Я хочу сказать, осталось, что вы все знаете уже, что мы выходим в эфир в 21 час. И должны к этому часу готовить свое сердце. Да. Приходить нужно в одно и то же время. Да. Я думаю, что мы так по воскресенье следующее опять выйдем с концертом. Да, я думаю, что да. Видите, как-то общими усилиями мы прокачали интернет. Думали, что все, трындец. Ну, раз на раз не приходится. В прошлый раз очень хорошая была связь. Да. А в этот раз она... Вот светло... Я просто телефоном звонила. Но... А все равно получилось хорошо. Спасибо. Можно любовь на середине жизни. Слава Егоров, спасибо. Ждем новых концертов. И мы вас ждем, спасибо, на новых концертах, Слава. Да. Светлана вот. Ефремова пишет, все равно получилось хорошо. Спасибо. Можно любовь на середине жизни. Я думаю, что... В следующий раз, да, уже, да? Я думаю, что да. Наверное, поймите, Света, я записываю твою заявку на следующий раз. Да. Вот. Хорошо. Я уже тут записала. Алекс Лисовский «Корсар» хотел, подумаем над этим. Да. И Светлана Ефремова «Любовь на середине». И мы допоем песни Махи, который... Не пришел. Который не пришел. Слушай, а кто записывал? А кто очередь прошла? Заказывал? Заказывал, да, Марат Каримов заказывал. И он его не было, все. Я его не видела. Значит, переносится. Ефрему. Все, дорогие, мы очень счастливы, что вы у нас любовь есть. Любовь на середине жизни. Очень счастливы. Это очень важно. Быть на свете не одному. А песня в 21 будет, спрашивает Светлана Маклакова. Мы пока ее приравняли к концерту по заявкам. Сейчас вот это. Да, пока вот этот период с карантином и самоизоляцией, то мы решили сделать концерты для вас побольше, чтобы вам не было скучно, и чтобы мы могли выполнять ваши заявки. Что на песню? Вы так пообщаться и понять. Нам приятно, когда все, вот этот эффект присутствия, когда вы обратную связь нам даете. Считайте, что песню пишете. 21 вам обеспечила сегодня Елена Пинчук своим заказом про ненаточные ножи, и про что еще? В ЕКОС мы пели. Да, в ЕКОС мы пели. А, это в самом жюри. Жюри. Да.
жюри. Ну, наверное, все, наверное, хватит репаться. Желаем вам здоровья. Здоровья, обязательно здоровья, счастья, гармонии, чтобы это время, которое сейчас происходит, непонятное, вы нашли что-то хорошее. Несмотря на что, вы нашли что-то хорошее, а может и как раз и именно в это время что-то хорошее и найдется. Как раз время, знаете, как художник зарылся там в работу в свою и какие-то детали, и ничего не понимает. Так, наверное, есть смысл и нам в своей жизни немножко остановиться и посмотреть, а куда это мы бежим, а чего это мы хотим, а что от нас хочет. Кися говорит, пора. Отпусти ее, отпусти. Она куда-то хочет. Отдыхать, спать хочет. Тигрица наша, Маргарита. Вот. Чтобы было понятно, чего хочет от нас Всевышний, да? Немножко подумать над этим всем и найти в наше время что-то хорошее. Попробуйте его использовать правильно. До новых встреч, друзья. Пока.